Привет, с вами Егор Камелев. И сегодня я хочу рассказать вам одну историю о проектировании блога. Совершенно живой пример не оторванный от реальности. История еще не завершена, но она уже интересная. Перед, ваш, перед вашими глазами, собственно, сервис LP151.com это мой проект, который я и моя команда разрабатываем уже ого, три года. И как-то раз я зашел в нашем проекте, это генератор посадочных страниц, в раздел обучения, так, так называемый импровизированный блог, увидел то, как здесь сверстано все это дело и как отображаются статьи, вот так они отображаются, и понял, что меня это не устраивает. И я решил встроить в процесс разработки сервиса такую, как мне казалось, проходную несложную задачу. Давайте освежим, давайте обновим блог. Были определенные вводные, связанные с тем, что у нас система на двух языках. То есть этот блок есть на русском и на английском. Если какого-то материала нет на английском, он не отображается. И наоборот. Но это все мелочи. В целом мне хотелось сделать так, чтобы эти статьи проще читались. чтобы колоночки были поуже, чтобы размер шрифта был побольше. И я с такими пожеланиями пришел к своему проектировщику. Я объяснил ей все, что мне требовалось и хотелось. Она собрала функциональные требования. Мы стараемся работать по проекторатовскому процессу. И в рамках этого процесса я позволяю допустить все необходимые ошибки для того, чтобы проектировщик рос профессионально. Итак, были собраны функциональные требования. Были подготовлены прототипы. Вот пример. Да, картинки нового видения блога. То есть рубрикатор по горизонтали, поиск. Я старался не в вступать в серьезные дискуссии по вкусовщине, где располагать навигацию, что как должно работать, я здесь старался максимально делегировать решение своему проектировщику. В основном это неплох, неплохая идея, неплохой подход, потому что в целом, неважно, как оно выглядит, если руководитель в состоянии оценить функциональность решения, то оно будет работать и в том, и в другом, и в третьем виде. Плюс это позволяет мне как-то расти профессионально, видя альтернативные точки зрения на решение той или иной задачи, вне зависимости от компетенции проектировщика. В общем, был подготовлен какой-то прототип блога, он был описан, у нас такой же формат, как и в проекторате, опять же, пишется функциональная спецификация, все максимально подробно описывается, затем этот документ с прототипом отправляются разработчикам, и по ним проводятся какие-то дискуссии. Разумеется, эта задача была отправлена дизайнеру, и он нарисовал новую версию дизайна, адаптировал ее под разные разрешения, и получилось то, что получилось. 27 мая как раз вышла новая версия этого блога, и она оказалась у нас на сервере разработки. Вот он. Заходим в раздел «Блог», и видим, что здесь появилось горизонтальное меню навигации, поиск, ну а главное, статьи, они теперь в узеньких колоночках, и можно их делать более симпатичными, читаемыми, есть навигатор сосед... по соседним статьям, есть кнопка поделиться, в общем-то, есть практически все необходимое. А теперь сбор полетов, то есть задача была поставлена, выполнена и практически принята, сейчас мы баги обкатываем. Я позволил проектировщику допустить несколько ошибок, связанных с пониманием общего процесса добавления публикаций в блог. Если к нам приходит клиент с задачей спроектировать что-нибудь простенькое, условно освежить блог без излишеств, о чем мы должны подумать? Статьи в блог добавляет какой-то человек в админке. Это первая часть сценария. То есть у нас есть человек, который статьи пишет и публикует. И этот участок интерфейса обязательно нужно захватить. Если мы его не захватим и не спроектируем, он будет сделан на усмотрение разработчиков. Второй момент. Статья публикуется. И вот она как-то в опубликованном виде отображается на нашем проекте третий момент — это нужно понять, для чего мы вообще публикуем эти статьи. Две цели — это SEO-оптимизация проекта, то есть статьи публикуются для того, чтобы они индексировались поисковиками. Второе — это таргетированное продвижение статей, то есть мы в социалочках кидаем ссылки на ту или иную статью, люди переходят на эту статью, читают, им, возможно, нравится то, что они увидели, и они продолжают следить за этим блогом и, возможно, даже и попробуют мой сервис и когда-нибудь станут платными пользователями. Итак, пойдем по всем этим ступенькам. Первое – публикация. Собственно, разумеется, где-то в админке существует интерфейс, где мы публикуем статьи в блоге. Внешний вид меня волнует меньше всего, потому что это инструмент для своих. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Собственно, переключалка языка для того, чтобы мы могли одну и ту же статью написать на разных языках. Текст заголовка, текст анонса, запись и рубрика. Это все. В принципе, в минимальном наборе этого казалось бы достаточно для выполнения задачи, которая была перед глазами человека, который ее поставил. То есть у меня. Но нет. Во-первых, мы видим, что используется... Многострочные текстовые поля с визивигами, то есть визуальный редактор с плашками, с какими-то функциями сверху. И когда мы листаем статью вниз, эта плашка оказывается далеко сверху за пределами экрана, и было бы круто прикрепить ее к верхней границе экрана. В прототипе этого можно было бы вообще не отображать, а в документе с функциональной спецификацией это пара строчек текста. И вообще, прежде чем проектировать что-то связанное с редактированием контента, можно зайти... WordPress. WordPress — это система, которая существует много-много-много лет, и там уже все эти штуки продуманы. И в WordPress нынешний редактор выглядел примерно так. То есть мы, работая с текстом, на самом деле работаем с встроенным визивик редактором который позволяет нам работать с каждым отдельным блогом. По такому же принципу работают все современные публицистические сервисы. VC, ВКонтакте, написание статей и так далее. Мы уже не работаем с полосочкой Вики-вика, мы работаем с текстом и с блоками, которые с блоками форматирования, которые появляются при наведении на тот или иной элемент или участок текста. А что касается самого поста, все параметры, которые нам могли бы пригодиться, если бы мы проектировали что-нибудь более серьезное, они находятся здесь. Видимость поста для окружающих, когда он должен быть опубликован, ну то есть функционал отложенной публикации, формат, формат поста, закрепление поста в верхней части блога автор, возможность удалить пост, пермоссылка на этот пост, то есть ссылка в своем формате, категории, метки, картинка, которая будет отображаться в соцсетях, что-то связанное с обсуждениями. То есть, в принципе, проектировщик, пробежавшись по этим уже пунктам, мог бы на момент оформления функциональных требований, на момент формализации задачи, задать клиенту пару вопросов из серии «Нужна ли нам отложенная публикация?» Нужна ли нам возможность закреплять тот или иной пост вверху э, ленты блога и так далее. Но в нашем случае этого всего не нужно было бы, поэтому мы бы это пропустили. Следующий момент. Помните, я сказал, что важно размещать ссылку на пост в блоге в социальных сетях. Давайте посмотрим, что такое Open Graph. OpenGraph — это протокол, который определяет внешний вид ссылки в соцсетях и мессенджерах. Благодаря ему к посту со ссылкой прикрепляются изображения и текстовый снипет, которые привлекают внимание к публикации. То есть вы прикрепляете к посту ссылку, и у нее есть картинка, какое-то описание, которое на самом деле диктуется самим материалом, на который ссылается человек. Где нам это указать в блоге? Да, в общем-то, нигде. А функция очень важная, потому что если одна из задач ссылаться на статьи в соцсетях, нужно, чтобы этот момент был хорошо проработан. Как вообще работает Open Graph? Open Graph это фактически несколько строчек кода, которые вставляются в head страницы. Вот пример одного из бесчисленного количества сервисов, генерирующих Open Graph теги. Мы выбираем статью. И вот пример кода, который получается. Вот пример полей, которые мы можем заполнить. Название статьи, ссылка на эту статью, ссылка на картинку, которая должна сопровождать эту статью, если мы ссылаемся на нее в соцсетях, описание, автор и так далее, и так далее. Довольно много полей. И в принципе, так как мы делаем этот блок для себя, а не кого-то еще, то мы можем спокойно вот здесь добавить еще одно многострочное текстовое поле, обозвать его. Open Graph теги, заниматься формированием этих Open Graph тегов где-нибудь во внешнем сервисе, например, здесь, копировать их, вставлять в это поле, публиковать, и потом при публикации ссылки на статью где-то еще у нас будет получаться красивая ссылка с красивой картинкой. Следующий момент. Можно ли обойтись просто многострочным текстовым полем. Нет, не хватает еще поля для обработки изображения. То есть если у нас в разделе «Мои лендинги» на LP, когда мы заходим в какой-то конкретный лендинг, в его настройках есть такая штука, как фото для соцсетей, где мы загружаем какую-то картинку для соцсетей, можем ее редактировать и удалять, то нам грех не использовать тот же самый функционал здесь, для того, чтобы мы не ручками где-то публиковали картинку и давали на нее ссылку, как умные администраторы, а прямо здесь при создании статьи в том числе исполняли и эту функцию. Поэтому этого участка системы тоже не хватает. С точки зрения по продукт-оунера, мне еще нужно будет поставить разработчикам задачу завести вебмастер, Яндекс Вебмастер для, собственно, нашего проекта, который до сих пор не заведен. Встроить код этого Яндекс Вебмастера и при публикации каждой статьи уже в Яндекс Вебмастере говорить системе, что у нас публикуется какая-то статья, и мы являемся на эту тему первоисточником. Вот, и получается такая история, что с точки зрения проектирования эти вещи не занимают много времени, они простые, но мы их начинаем как специалисты учитывать только после того, как однажды с ними столкнулись и после того, как однажды нам разъяснили, как это работает и зачем. Где проектировщик без опыта проектирования публикаций в блогах получит эту информацию, неизвестно. Да? Может он ее нагуглит случайно, может быть нет. Поэтому я сейчас позволяю использовать себе такой подход, дать проектировщику самостоятельно решить довольно высокоуровневую задачу совершить несколько ошибок, а потом мы эти ошибки вместе исправляем, и я после этого уверен, что впредь таких ошибок уже не повторится, а проектировщик будет обладать более высокой ценностью. По такому же принципу я, в общем-то, организую и обучение свое, проектирование, когда работаю с новыми людьми. Итого, это, пожалуй, все. Надеюсь, эта информация была вам полезна. Я, пользуясь случаем, хочу сказать, что... Доступна для покупки такая штука, как чек-лист по проектированию регистрации. Видимо, на основе, на основе того, что я рассказал про блоги, я в том числе подготовлю видеоурок о том, как проектировать блоги в целом, да, потому что открываем тот же самый WordPress. Внимательно смотрим на все контролы, связанные с публикацией чего-то в WordPress и видим, что половина того, что я сейчас проговорил, в WordPress не присутствует. Здесь нет многострочного текстового поля, где я могу вставить любые Open Graph теги. Возможно, они как-то незаметно встроены сюда, но почему мне не дали простого инструмента, которым я мог бы воспользоваться. Либо я должен быть, видимо, более опытным пользователем WordPress, подключать какой-то внешний виджет и использовать его. В общем, вот эти вот чек-листы, они включают в себя в том числе такие кусочки опыта, которые не получить до тех пор, пока вы не столкнетесь с этим на практике. Ну вот пример в проектировании регистрации. Да? Один из вопросов, сможет ли пользователь зарегистрироваться, если его аккаунт был забанен, но он его удалил, какие он там экраны увидит. Сколько проектировщиков об этом подумает. Ссылки на все эти материалы вы увидите в описании к видео интересна ваша обратная связь на подобный формат материалов. Также буду рад любым полезным советам от SEO-специалистов, потому что я в этом очень плохо разбираюсь, что вы можете мне порекомендовать по работе с блогом. Я готов тоже постоянно учиться и развиваться. И, пожалуй, на этом все. Почти все. В качестве бонуса я покажу, как стояла задача на обновление блога. У нас тикетная система в Битриксе. И вот фактически задача звучит так. Обновить блок. Вот документ с описанием и ссылка на документ с описанием. И вот ссылка на дизайн. И вот, собственно, сам дизайн в фигме. Вот. Ну теперь точно все, что хотел показать, рассказать, показал и рассказал. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, если понравилось. Подписывайтесь на канал. И увидимся с вами в следующий раз.